Что в крови? Срач наводить? Болтаешь. Это свежесть моя, и я быстро выпью. А сейчас смотрю, у нас уже так устаканились вкусы. Колбаску, сосиски мы теперь покупаем. Галерея вкус, но мы до этого их покупали, собственно. Молоко у нас Брест-Литовск все время. Масло, кстати, тоже, да? Ну, да. Сметана. Короче, всю молочную продукцию мы берем Брест-Литовск. А на попить квас-хатни. А это что такое? Это новенькое. 481, палочки кукурузные. Это я. На завтрак. Она бы не принесла, если бы я ее не принесла. Ну я хотела взять с завтраком, да? Угу. Я говорю, блин, клево. Я говорю, ну мне тащить лень. Она такая, я ради тебя отнесу палочки. Я говорю, хорошо. Подлизу. Ну я сама попробую. Свежесть — это лайк. Лайк и лайк. Завтрак, блин. Сосиска диетическая, между прочим. Кофе и кашка геркулесова. Худеем. Диета. Куда денешься с ним? Прям, кстати, гости скоро приедут. Знаешь об этом? Скоро — это когда? 8 числа. Сказал, что будет готовить и нас кормить тут. Лёня спросил, сколько надо денег, чтобы здесь тут недели типа протусить. Я говорю, да хрен знает, как ты захочешь там. Жилье считаю, у тебя халявно, а дальше по желанию. Ну, но я, говорит, хочу кормить. Я хочу питаться дома. Я буду покупать продукты, сам готовить, я хорошо готовлю, буду вас кормить. Приезжай. Как раз он приедет, неделю потусит. Надо будет с Ксюхи какую-нибудь комиссию сделать. Короче, в Крым надо мне съездить. Надо именно недельку прокатиться. Ну, посмотреть вообще. А то мы, блин, всем семейством припрёмся. Мне кажется, там делать нечего. Ну вот, я думаю, недели хватит, чтобы... Ну, если нам поначалу не понравится, значит, это хороший знак. Нам везде поначалу не нравится. Где там, где в итоге нравится. Задерживаемся, да. Либо в конце августа свою так, чтобы преуспеть к 1 сентября. Либо уже там 2 сентября поэтому. Езжай. Как кружка маньяка. Что имеет длину 15 сантиметров? Так, что имеет длину 15 сантиметров и что нравится женщинам? Неправильно. Купюру $100. Никакой романтики, да? Да. Суровая правда жизни. Когда я был в Гомеле, помните, я там заходил в детский магазин. Кстати, магазин офигенский, оставлю ссылку в описании. И вот нам там подарили очень интересную игру. Игра называется Свинтус. В игре, ну, по сути, карточная игра. Есть всякие разные вот такие карты с номерами, с цифрами и с фигурами. Хлопкопыт, хрюн там и так далее. Вот, нужно каждому игроку по очереди, вот выкладываешь карту, например. Соответственно, на нее можно положить либо розовую, либо такого же хапежа. Если выпадает хапеж, то следующий игрок берет там 3 карты, например. Очень интересная игра, если где-то найдете, всем рекомендую ее купить. Я не жую, почему? Ну, потому что я не верю, что она, блядь, так это все делает. Она вечно жулит. Ну, ты же часто жулишь? Может, и часто, но сегодня-то я не жулю. Хотя она же не сказала, что ты сегодня жулик. Она сказала, что в принципе жулик. На камень, ножницы, бумага. Да, на камень, ножницы, бумага. Ну, а кто первый ходит? Почему? Вот это называется... Моя игра. Это называется, что жулик. Я не жулик. Ну а почему ты первая ходишь? Моя игра из-за того, что... Чего это? Значит, что значит твоя? Ты мне ее подарил. Ну играй сама тогда в нее. Ну камень, ножницы, бумага — всегда ты выиграешь. Потому что всегда должны быть первые ножницы. Не должны быть первые меня ножницы. Меня приучали так старшие да дети. Глупости они тебя приучали. Лет, ну, знаешь, 13. Вот ты им и передай, что они глупые. Что значит первые должны быть ножницы? На то на игра, ты выкидываешь, что хочешь. А мне говорили сначала ножницы. А я тебе говорю, что это не так.
камень. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. Все, я вышел. Теперь вы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Три. Она, видишь, блин. Чего? Она делала такую... А это что? Она... Жу, я видел. Ну так вот это называется жулик. Ну ты... Ну какая разница, ты выкинула бумагу? Увидела, что у мамки бумага, и тут же загнула пальцы, что у тебя, типа, вот почему тебя зовут жуликом. Теперь понятно? Прекрати с ним. Ни за что. Вот ни за что не прекрати. Ну что? У нас теперь видеозапись есть. Ни за что. Перестань жулить. Бля-бля-бля-бля. Я, пока ты не выключишь камеру, буду так себя вести. Короче, игра закончилась, так и не начавшись. Проиграли все 10 минут. Ксюшина жульничество вышло на первый план, и, короче, игра с ней невозможна. Жулик вообще просто страшучий. Я говорю, с Юлиного канала к тебе человек 150 добавилось за ночь. Это не с Юлиного канала мне добавилось. Ну, с Юлиного тоже пришли, но это утром пришли. А вчера вечером ко мне поперли люди, там какой-то чувак из Перископыч. Он пиздит все ее трансляции с Перископа, и там больше 2000 подписчиков. Вот, и он выложил мое видео, там подписал, ее узнают везде, парень встретился с Юлией Лазаревой, вот я тут дофига людей, короче, ну. Ты чё, Жук, меня во влог, что ли, снимаешь? Ну, посмотрим, как вести себя будешь. Вот, подожди. Ну, короче... А чё реквизиты-то опять не оставил? А, не знаю, что-то вот у меня чувство какое-то поганое, не хочется мне... портить весь свой канал вот этим вот попрошайничеством. Не знаю, пока вот ну, не горит, не прошу. Да, ты когда ко мне приедешь в Крым? Не знаю, как только так сразу. Ну, ясно. Это ты судьба, блин, голь перекатная, беззаботная. У меня-то, блин, семья, ребенок. Мне так просто не сорваться, в отличие от тебя. Ну да, обременил себя такой ношей. Ой, и слава богу, я счастлив. Я уже нагулялся и накатался, блин. Тебе до меня еще, блин, надо полмира объехать. Ну да, есть такое. Но уже начал, уже хорошо. У тебя что, как дела, рассказывай? Да нормально, потихоньку. Ну, че? Я смотрел последний видос про покемонов. Я вот чувствовал, что ты выложишь вот этот видос. Ну. А я искал эту игру с американских серверов и так снял. Не смог установить. Со вчерашнего вечера, вот и до сих пор я монтировал видос, прикинь, я так запарился, блин, я там переделал, перемонтировал, то мне не нравилось, то не нравилось, у меня не было концовки, в общем. Я хотел про эту Дайнарскую, да, Дайнарская? Нет, да. Байдарская долина, я хотел ее в следующий влог ставить, но тогда у меня видео коротенько получалось. Я так и сяк, и не выходит на концовку. Я думаю, ладно, хрен с ним, ну, вставлю в этот влог. Мысь Фиолент клёвый, да? Вообще, да, классный, вообще, мне тоже понравился. Ну, я не вставлял, там очень много нюансов, на самом деле, было в этом, в самой этой коммуне, в самой это поселение, там много таких. Ну, там такие есть, много ушлых людей, такие, знаешь, без денег... В общем, без денег там делать нечего, вот я тебе так скажу. Вот. Без денег нигде делать нечего. Ты им кто такой-то, чтобы там тебе что-то делать? Я писал, да, но ну. Нет, в любом случае, там сколько я, сутки я там протусил, меня ну, все это время кормили, как бы я ничего плохого сказать. Именно про тех ребят, с которыми я тусил, не могу вообще. Они замечательные ребята мне попались, отличные. Показали мне все, там нашли мне место, где я поставил палатку. Кормили три раза. Ну, короче, я с ними вот все время, я даже у себя в палатке, я только приходил, ночевал, и я уходил к ним и с ними тусовался все время. Вот, ну ты сам видел по блоге. Так а что тебе, как тебе влог там понравился? Ну, мне нравится, но как сказать-то, блин, информации мало. То есть все, что там есть, это красивый кадр. Непонятно, как ты туда попал. Да зачем ты туда попал? Блин, куда я дальше? Я пробую объяснить, типа вот, и там сегодня такое-то, ну. Это настолько уныло, это несмотрибельно. Вот вообще никак. Ну, ты же эксперт по Ютьюбу, тебе виднее, конечно. Нет. Ну, я не эксперт, но, блин, ну это, ну, я начинал. Вот, у меня много кадров таких, где было, там, я сейчас иду, там, по
еду туда-то, сегодня там такое-то число. Нет, не обязательно, не надо много этого вставлять, но какая-то информация должна быть. За тобой следить интересно тем, кто тебя знает. То есть ты не даешь какой-то именно информации. Людям нужна информация. То есть тебя сейчас, за тобой сейчас основная масса, кто будет следить, это желающие там где-то тоже автостопом проехать. А вот эта информация у тебя ноль. У тебя ее вообще нет. Вот, допустим, если я сейчас соберусь взять рюкзак и поехать тоже автостопом, я из твоего видео не почерпну вообще ничего. То есть нет информации, где ты ловил машину, как тебя там, блин, привезли, откуда до куда доехал там, я не знаю, как ты эту коммуну нашел, как там все устроено, этот бугор появился, тому я сейчас подойду. После того, как ты выключил камеру, самое интересное появилось. То есть информация, как туда попасть, на каких условиях туда можно заселиться, что нужно там, какой вклад нужно сделать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Че, влог-то в любом случае твой, делай как считаешь нужным, просто если ты спрашиваешь мое мнение, я вот тебе говорю, тебе надо более информативными их делать, потому что красивая понятно. Картинка это хорошо, но она очень быстро понятно. Всем понятно. Надоест. Понятно, я понял себя, я тебя услышал, дядь, я всегда прислушиваюсь к твоему мнению, ну почти всегда. Мне это радует.